Всем привет! В этом видео я расскажу про три проекта, в которых можно фармить поинты так же, как в проекте Grass. Каждый из них обещает раздать дроп своим пользователям. Про Grass я рассказывал в этом видео, сейчас уже можно посмотреть, сколько токенов вы получите, скоро их можно будет вывести и продать на бирже. Возможно, когда вы смотрите это видео, раздачи уже закончились. Все актуальные раздачи вы сможете найти в моем боте Void, он полностью бесплатный и в нем можно добавлять проекты в избранное, что позволит вам настроить его под себя. Ищите бота в описании или по QR-коду. Итак, первый проект Gradient Network. Это открытый уровень для периферийных вычислений на Solana. Есть инвестиции от Multicoin Cap, Pantera Capital и Sequoia. Недавно Solana опубликовала целый пост о проекте в своем твиттере. Переходим по ссылке в описании, регистрируемся через Google аккаунт, далее активируем буст от меня, это даст вам 3000 опыта и на 2% увеличит получение наград. Дальше можете подключить твиттер аккаунт и подписаться на канал проекта, это даст вам еще 1000 опыта. Далее, так же как и в Grass, скачиваем расширение, и пока у вас включен браузер, у вас будут зарабатываться поинты. Напомню, что если у вас еще нет аккаунта на бирже OKX, то при регистрации по ссылке в описании и прохождении верификации вы получите до 50 долларов на баланс, который сможете вывести в любой момент. Второй проект NotPay. Недавно закончился нулевой сезон и начался первый. NotPay это децентрализованная экосистема, созданная для того, чтобы вознаграждать вас за поддержку решений искусственного интеллекта следующего поколения. В мае проект заключил партнерство с Animoca Brands. Переходим на пост в моем телеграм-канале, в нем по первой ссылке попадаем на сайт и регистрируемся. Дальше входим через ваш аккаунт, который вы создали, и в посте по второй ссылке скачиваем расширение. Запускаем его и подключаемся к сайту. На сайте также можно получить награды за ежедневный вход в разделе Mission and Rewards. Следующий проект – DAVN. DAVN Internet протокол создан для предоставления широкополосного доступа на базе Solana. Он собрал 33 миллиона долларов инвестиций от Dragonfly Capital, Parafi Capital и других. Также проект поддерживает Solana. Переходим в мой телеграм-канал и попадаем на пост. Скачиваем расширение по ссылке из поста, заходим в него, снизу жмем регистр. Подтверждаем почту, потом в расширении жмем логин и входим. В разделе Boost Rewards подписываемся на соцсети и получаем дополнительные поинты. Теперь вы знаете про три достойных аналога проекта Grass. Всем спасибо за просмотр, если вы фармили Grass, но не знаете сколько у вас токенов, то ищите ссылку в описании, входите через тот кошелек, который вы привязали в Grass, и вам напишет сколько вам дадут токенов. Также не забывайте, что если у вас еще нет аккаунта на бирже OKX, то по ссылке в описании прохождения верификации вы получите до 50 долларов на баланс, который сможете вывести в любой момент.